Вітаємо знову вас у нашій ранковій студії. Поки ви дивилися невеличку рекламу, до мене в гості завітали дуже цікаві гості. І сьогодні ми поговоримо про красу, про жіночу красу. Тож я вітаю вас і знайомлю з нашими гостями. Це Уріель та Рівка Штерн, засновники благодійного фонду «Квітна». Дякую вам, що завітали. Доброго ранку. Дякую. Дякую, що пригласили. Ми тільки раді вас вітати в нашій студії. Звісно, дуже раді говорити про жіночу красу. І сьогодні, бачите, з вами залишаюся я, без Максима, поговоримо відверто. Скажіть, будь ласка, як взагалі вам прийшла ідея такого конкурсу? Ну, сьогодні женська красота напряму зв'язана зі здоров'ям. Ви прекрасно знаєте, сьогодні жінки не тільки хочуть бути красивими, а хочуть бути здоровими. Якщо подивитися ринок індустрії сьогодні, ну, женской красоты, в нее входит здоровье. Это большое количество витаминов, биологических добавок. Любая женщина знает, чтобы быть красивой, кожей, все остальное, она, конечно же, будет следить за своим здоровьем. Да, наш фонд занимается социальными технологиями в сфере здравоохранения и медицины. И основная цель фонда, чтобы женщины раз в году проверялись на у маммолога, чтобы, не дай бог, не было рак молочной железы. И тогда женщина, не дай бог, сможет найти эту проблему на самой ранней стадии, когда это можно устранить моментально и не будет никакого недорогостоящего лечения. Может быть, даже вообще микрооперация. Поэтому сам фонд, который занимается... Мы занимаемся 18... Ну, занимаемся здоровыми женками Украины. Класс. Да, да. А сегодня здоровье – это, конечно, красота, потому что я сказал в начале. И поэтому пришла идея, что нам нужно, с одной стороны, много здоровых женщин. С второй стороны, мы хотим, чтобы в каждом городе появился амбассадор фонда. И появился амбассадор фонда не просто... Сегодня, вы знаете, наш фонд постоянно делает программы со звездами Украины. Это уже 5 лет. Самые, ну, знаете, Джамала, так, Лена Кравец, ну, Оля Полякова. Так. Я всех, всех не могу перечислить, время программы есть, да. И мы хотим сегодня, чтобы каждая женщина, которая социально активна и хочет в своем городе быть проводником идей о том, что красивая женщина – это здоровая женщина. Или наоборот, здоровая женщина – это красивая женщина. Поэтому родился такой конкурс. Тобто головна мета нашого конкурсу, вашого конкурсу і нашого, так як ми будемо з ним споглядати, це те, щоб за рахунок краси привернути увагу до здоров'я. А скажіть, будь ласка, хто може бути учасницями цього конкурсу? Це має бути якась супер-пупер-красуня, чи може бути взагалі дівчина, яка там працює на якійсь такій звичайній роботі і хоче спробувати себе у конкурсі краси? Ну, вы понимаете, что все конкурсы красоты, конечно, в мире делаются для модельных агентств. У нас нет модельного агентства, нам это не интересно. Поэтому самое главное, конечно, это социальная и филантропическая позиция этой женщины и готовность ее. Так же самое мы сделали ограничение по возрасту. Не может этим быть женщина моложе 21 года. Да, то есть это девушка, женщина, которая осознает себя, которая может своим харизмой, своим влиянием попросить, продвинуть, скажем, женщин идею, что хотя бы раз в году подумайте о своем здоровье и сходите к маммологу. Ну так, ми інколи забуваємо у темпоритмі цього життя про себе, не звертаємо увагу на лікарів, а це потрібно. Дивіться, а в чому взагалі різниця між конкурсом краси України і конкурсом всесвітнім і вашим конкурсом? В чому така велика його різниця? Я сказав, що у нас ми не працюємо для модельних агентств. Тобто ви взагалі тільки за те, щоб жінка, краса та здоров'я її. Краса і здоров'я, щоб ця жінка на наступний рік була амбасадором фонду. У нас достатньо, ну, є можливості, щоб вона була амбасадором медійна і всі остальні. Ваш канал теж буде нашим основним інформаційним спонсором, так. Чтобы женщины ходили, скажем так, в массы, чтобы вы увидели не просто, например, киевскую звезду, а увидели женщину, которая живет в вашем городе. И в вашем городе эта женщина, она ближе, и она знает, куда пойти. Она знает, ее знает, и она будет амбассадором фонда минимум год, а может быть больше. И вот это основное правило, что будем отбирать. У нас на сайте есть правило, как должно быть отснято предварительное видео и предварительная фотосессия. Ух ты. Да. Ну, есть сайт, называется iquitna.org.
И там подаются онлайн-заявки. Да, все остальное у нас полностью как конкурс. Я имею в виду жюри, у нас как конкурс красоты «Мисс Украина». Угу. Да, но у нас мы не копируем никакой конкурс. Это действительно, дай бог, это будет новая франшиза. Новая франшиза, что выбираются те женщины, которые заботятся не только о красоте других женщин, а заботятся о здоровье других женщин, да. Це головне. Да. Дивіться, мені також цікаво, а які етапи чекають наших конкурсанток взагалі? Що це буде? Ми з нами на конкурсі краси, це якісь там подіумні виходи в різних нарядах. Що у вас буде? У нас, перше, звісно, ми розуміємо, що зараз пандемія не закінчилась. Угу. Конкурс у нас онлайн. Угу. Онлайн, начало конкурсу. Надіюсь, дай Бог, Україна побідіть або хоча б прийде до якогось результату в ноябрі місяці. Тобто перший етап – це мільйонні міста. 5 миллионов, ну, 5 больших городов в Украине, в которых будут отбираться в каждом городе конкурсантки и, естественно, получить свои призы. Об этом сказано на сайте iquitna.org, можно посмотреть. После этого, когда будут выбраны в каждом городе 3 победительницы, первое, второе, третье место, эти 15 участниц по городам, может быть, больше, посмотрим, они соберутся в Киеве. Опять говорю, дай бог, чтобы это была возможность эпидемиологическая в Фермонт. И мы выберем мисс Квитна, мисс Квитуча это Украина. Цветущая Украины. И первое место получит приз автомобиль. Я не могу пока раскрыть. Вау, да. Авто. Авто я не могу пока раскрыть того спонсора, который будет. Это этап. Вот так это будет происходить. Сначала онлайн заявки, жюри. В сентябре месяце у нас там достаточно влиятельное жюри. Тоже заходите на iquitna.org и посмотрите, какое там у нас влиятельное жюри. Отберут этих финалисток, и после этого будет в Фермонте представление о том, и будут выбираться участницы. Слушайте, ну это круто. По-перше, піклуюся про своє здоров'я. Будешь красивый, ты еще можешь в авто выиграть. Это классно, вы заохочуєте, я вам скажу. Але мені цікаво, это великий такий процес, він вимагає і багато ваших сил і ресурсів. Чи могли б ви поділитися з нами, з глядачами, який бюджет взагалі цього проекту? Ну, я как учитель фонда, я не занимаюсь бюджетами. Угу. Да, у нас бюджеты, есть спонсоры. Есть спонсоры, они занимаются бюджетами. На самом деле мы стараемся, чтобы фонд у нас не прибыльный. Мы стараемся, чтобы наши спонсоры напрямую общались с теми людьми, которые занимаются каким-то... Ну, то есть, например, мы не можем подарить никому автомобиль. Фонд. Mm-hmm. Автомобиль напрямую подарит спонсор тем, кто, ну, участницы. Дальше, у нас нет компании, которая занимается там интернет-продвижением. Угу. Поэтому напрямую спонсор связался с компанией, которая занимается нашим интернет-продвижением, да. То есть, каждый занят своей справой, и все достаточно прозоро. Ну, фонд, да. Нет, все очень прозоро, то есть деньги, мы стараемся, чтобы как можно меньше денег пошло через фонд. Фонд у нас открытый. У нас есть, первое, у нас есть политический совет, который контролирует деньги, которые входят в фонд. Я ни жена не имеем отношения к финансам, есть директор фонда. И поэтому, в принципе, можете... Мне трудно сказать только по той причине, что есть какие-то напрямые общения. То есть, да, напрямое общение между заказчиками и спонсорами. И, скажем так, фонд, выполняя здесь больше миссию не финансовую, естественно, да, а фонд выполняет миссию самого смысловую. Да, мы модераторы, чтобы конкурс не ушел куда-то, не в ту сторону. Потому что мы говорим о женском здоровье. Мы заботимся, фонд, о самой, одной из самых красивых частей у любой женщины. Мы это все прекрасно понимаем. Да, да, мы заботимся об этом. Да, и фонд не даст уйти конкурс в какую-то не ту сторону. Основное – это женщина, которая своей харизмой, своей цветучестью может змити замки інших дівчат. Да, да, потому что я вам скажу, это неприятно слушать. Мы уделим этому буквально одно предложение. Мы лечили девочек и 9 класса. От, не лечили, мы не лечим, фонд не лечит, но мы занимались, помогали 9 класса, и девочек 24 года мы помогали в лечении такой проблемы.
То есть сегодня, к сожалению, в больших городах такая ситуация, при которой женщины должны проверяться, женщины, девушки, с 9 класса ежегодный визит к мамологу. Визит к мамологу не опасен. До 40 лет любая женщина, ее проверяют только на аппарате УЗИ, который совершенно безопасен. После 40 лет уже рекомендуют маммографы, но современный маммограф – это low dose, это низкое облучение. То есть вот мы в этом стороне стоим. Нас интересуют бюджеты. Бюджеты, я никогда не волнуюсь. Мы делаем очень хорошие вещи. И, слава богу, у нас всегда есть спонсоры, которые... Мы отбираем спонсоров, которых больше думают не о том, как... Заработать, да? Как, ну, я вообще не понимаю, как можно заработать на благотворительности. Как можно заработать, да? Люди, есть люди, которые понимают мои идеи, знают, что фонд прозрачный, фонд не занимается лечением больных, потому что это невозможная задача. 15 тысяч женщин болеют каждый год, с этим справляется не каждая страна мира. В Украине 15 тысяч женщин болеет. И сегодня умирает 7 тысяч. Это невероятная цифра. Нигде в мире нет такой цифры. Если в мире болеет количество женщин определенное, в каждой стране, к сожалению, один и тот же процент. Да, один и тот же процент женщин болеет, но из них остаются живыми 92%. В Украине из-за позднего обнаружения умирают 50% женщин. Это катастрофа. Ну, це дуже это дуже сім'ї, які залишились без мам. Да, это, это ужас. Не може бути сім'я, не може бути... І це молоді жінки, к сожалению. Я от дякую вам за те, що піднімаєте таку соціальну проблему, таке соціальне питання, і звертаєте увагу все ж таки не просто про те, що поговорила, так як глядач розуміє, через екрани, через конкурси краси. Але зараз хочу перейти на таку позитивну розмову, у нас з вами зараз буде дівчачий такий діалог. Скажіть, будь ласка, мені по секрету, як будуть обиратися переможниці, на що звертатимуть увагу? Ну, хоча у нас немножечко... другое направление, чем у самого салона конкурса красоты, да. Но все-таки мы будем обращать внимание на красоту женщины. Потому что я считаю, что если женщина красива внешне, она в любом случае будет красивой внутри. И, конечно, у нее должна быть харизматична, она должна уметь красиво говорить, она должна иметь четкую свою гражданскую позицию по отношению своему здоровью, да, понимать, что это важно для женщины, заботиться о своем здоровье, что женщина это здоровая женщина, это хорошая мама, это хорошая жена. Вот, и ну. Дякую вам, я розумію. Знаєте, по-перше, я вам щиро дякую, що ви зранку завітали в нашу студію, бо інколи зранку до нас не хочуть приходити, бо дуже далеко, дуже рано. Але те, що ви робите, це дійсно важливо. Я переконана, що зараз кожна наша українка, яка дивилася нас, одразу переходить на сайт, думає, де зареєструватися. Я б радила вам не зволікати, а брати участь, тому що цікаво, соціально, та ще й призи є, дівчатка. Є час розвиватися. Після перегляду цього інтерв'ю у вас вирівнялась спина, ви почали краще дихати, настрій покращився. Так, все правильно, це телеканал «Правда тут» і наш ютуб-канал «Правда тут медіа». Підписатися обов'язково. І щоб не впустити найцікавіші розмови, найцікавіші гості і взагалі бути завжди разом з нами, дзвіньте дзвіночок і будуть у вас цікаві та корисні новини. We'll be right back.